Новую современную площадку для мини-футбола открыли в Тверской школе номер 1. Игровое поле протестировали восьмиклассники, которые приняли участие в товарищеском матче. Подробности прямо сейчас. Ученик 11 класса Кирилл Тихомиров занимается футболом 8 лет. Сначала только наблюдал за футбольными матчами, следил за результатами. Потом начал активно тренироваться, развивать мастерство и вот уже играет за сборную школу и любительские команды Твери. Не забывает Кирилл и своих младших товарищей, которым всегда помогает советом. Сегодня он выступил в роли судьи, оценил игру восьмиклассников и качество новой площадки. В первую очередь сразу же хочется отметить, это качественный газон и то, что теперь заделаны все дыры и мяч не улетает. Игра стала намного легче. Очень благодарен тем, кто участвовал в строительстве футбольного поля. Это очень важно для школы, для развития спорта. И хочется, чтобы наша футбольная команда школы добивалась таких же результатов, успехов и занимала призовые места в турнирах. Прежнему полю для мини-футбола в этом году исполнилось 17 лет. Металл, из которого было сделано ограждение, пришел в негодность. Поэтому дирекция школы приняла решение сделать к новому учебному году спортивный подарок для ребят. Подрядчик заменил покрытие, установил новое ограждение, заменил ворота. Увеличена высота ограждений, поэтому мячи во время игры не улетают с поля. Ребятам не приходится бегать за ними. Ворота надежно прикреплены к ограждению, и поэтому перестали быть травмоопасными. В торжественном открытии площадки приняли участие творческие коллективы школы. Теплые слова прозвучали от гостей праздника. Спорт является нормой жителей города Твери. Вы обратите внимание, какое количество людей осуществляет утренние и вечерние пробежки, сколько людей занимается на площадках для воркаута. Я считаю, что эту тенденцию надо поддерживать. Всем добра, счастья и, конечно же, здоровья. Занимайтесь спортом, культивируйте здоровый образ жизни. Новое футбольное поле будет открыто для ребят с 8 утра и до позднего вечера. Здесь будут проводиться занятия спортивных секций, турниры школьного и городского масштаба.